Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Realme S2 Pro выйти из Recovery Mode. Передвигаться по Recovery Mode можно с помощью клавиш громкости и подтверждать наш выбор с помощью клавиши питания, либо же просто пальцем. Выбираем Reboot и нажимаем ОК. Вводим наш пароль. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!